Новости на другие темы. В каждом рисунке Рига и рижские автобусы. Предприятие Рига Сатиксме предложило студентам художественной академии расписать транспортные остановки. Молодежь призыв подхватила и предложила столько идей, что инициаторы акции решили дать молодым художникам свободу. Что из этого в итоге получилось, своими глазами увидела корреспондент Татьяна Коваленко. Автобусное кольцо на улице Абранос уже заметно преобразилось. Все 6 остановок поменяли свой унылый коричневый цвет на яркую роспись с рижскими мотивами. Они дали настолько интересные разные проекты, что была сначала идея всех одинаковых сделать. Но нам понравились 6 идей, мы решили, а давайте каждый по-своему. Работа была начата неделю назад. Дело бы, может, пошло и быстрее, если бы не шли дожди. И хотя роспись еще не завершена, но сюжеты рисунков угадываются без труда. Я использовала рижские пейзажи, те городские ситуации, которые можно увидеть из окна автобуса. Здесь и часы Лайма, и Вантовый мост, и центральный рынок, и многое другое. Изначально моей идеей было показать всю историю автобусов, от самого старого до современного. Но мне дали расписать только одну остановку, и я здесь изобразила старый Карус, а с другой стороны новый Мерседес. Люди довольно положительно ко всему этому относятся. Что-то необычное. Многие подходят сфотографироваться. А дети часто спрашивают, не надо ли помочь. Для студентов-третьекурсников отделения дизайна Латвийской художественной академии роспись остановок – летняя практика. Но поскольку творческий процесс проходит прямо на глазах у заказчика и потенциального работодателя, предприятие «Рига Сатиксме», не исключено, что кто-то из молодых художников станет в будущем разработчиком дизайна и этого транспортного предприятия. Роспись внешней части навесов остановок молодые дизайнеры обещают закончить к празднику Лига, затем примутся и за внутреннюю часть интерьера. Со временем предприятие «Рига Сатиксме» подумывает расписать и другие остановки в городе. Красиво. Что я могу сейчас сказать? Ну, красиво, да? Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич.